Итак, дамы и господа, напоминаю, это 10-й бой вечера, который состоится в рамках легкого веса. И в синем углу 25-летний представитель школы боевого самбо. Его рост 175 сантиметров, вес 70,2 килограмма. Его профессиональный рекорд безупречен. 3 боя и 3 победы. Из Ташкента, Узбекистан. Представляющий клуб «Уз Файтерс». Данакан Хасанов! И его соперник, стоящий слева от меня в красном углу. Ему 22 года, базовый стиль, также боевое самбо. Рост спортсмена 186 сантиметров при весе 70 килограммов и 200 граммов. В его послужном списке 1 бой, 1 победа из города Грозный, Россия, представляющий клуб «Беркут» Магомед Раиса. Рефери боя Армен Ананян. Ребята, слушаем мою команду внимательно. За сетку не хватаемся, по позвоночнику, по затылку не бьем. Желаю удачи. Пожали ручки. Разошлись по углам. Левый колено, 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 лев
позиции, мельвеш позиции. Вот так. Малыш, Ванила, Малыш, Саильча. Покрывая позиции. На бок, Ванзи, на бок. Мама, ты че? Вот, 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 вот. Тимур, Лёва, Малыш, Титов, Титов, Титов. Давай, 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 давай
И красивейшим поединке на второй минуте 17 секунде третьего раунда болевым приемом на руку победу одержал боец из красного угла Магомед Раиса. И аплодисменты за красивый поединок его сопернику Датахану Хасанову. Keep doing your thing, baby.